На ТР идет. Приехали кофе. Это в нашу сторону летит? Да. То, что в нашу сторону летело, мы слышали. Да вот только что от асфальта рикошет идет. Вот, лист слетел. Я не знаю, кто там работает. Где кто? Кто где? Да где они, блядь? В машине? Где ты есть, ебать, ебаный рот? Я к ним не хочу. Да, хорош, пошли. Машина, что ли? Где они, блядь? Где они, нахуй? Я здесь все спрашиваю, блядь. Куда вы стреляете вообще? А куда вы стреляете? В машину, что ли? А это чья машина? Вы хоть знаете или нет? Валим! А что там будет бомблять? А то мне, чтобы не попадали. Отстрелочная ракета, блядь. Сука, там встречают вертолет, нахуй. Ёбаные, блядь, майоры, нахуй. Пидорасы, блядь. Ребята, со мной. Командир! Кто командир? Командир! Веди иди, блин! Кто командир? Це, блядь, наші? Ну, а хто? Це що, наші, блядь? Ну, вони, блядь, слушки. Блядь, може це не наші, йобаний насос. Блядь, пішов другий бетр. Ні, ніхуя. Пошли отсюда бегом куда!
под отстрел. Все, тепловых ловушек. Ловушки пошли отстрел. Есть. Я все снял. Так, чё туда на? Ложись! Вадик. Снайпер. Выстрел снайпера был вроде бы. Разбираем их нахуй. Пидораса. Ориентир дайте, я ветер не вижу. Ориентир дайте! Антон, дай назад, может. Назад! 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 Аккуратно встань, хуйня!
Наворачивай, блядь! Аккуратно! Давай, братан, нахлобучивай, блядь. О, сука, блядь! Ага! Насыпаем, блядь, комбата спрашиваете. А где комбат? Вон стоит под деревом. Да уебите нахуй смухи по окнам, блядь! Конечно же, уши, блядь. Зушка, еще раз по баррикаде. Готов? Да. Борман, начинай. Чеку снял? И сядь ты. Отошел. Борман, пошел.
Колонна рухається назад, прийом. Чуть-чуть.
сметанчиком запалили, понял? Одиночным, одиночным. Только одно немножко. Потом заставить такой ромазин. Танцы по КВТ. Давайте туда закидывайте. По ГСам надо заложить, они не подписывают. Thank you.
Вперед идем. Не заходил? Нет, нет, у меня. Я понял, у меня есть приказ. Можешь не заходить? Давай, работай. Гранату кину на улицу. Стрёмно, да? Есть там? Есть, есть. Нет. Держи. Это наши, блядь. Давай. Пошли по дороге. Ты теперь можете расслабиться. Это не миномет был. Я видел, оно так вот прилетело. Это не миномет. Вот так. Есть еще? Автоматный.
чувство вины, как в прошлый раз. С какой стороны? Справа. Работайте теперь.
Ахмед! Вставайся! Ну, блядь, я только что по рации. Ты выехали, по нам нашли ебаши. Ну вот, говори. Параллельно вышла бригада с БМП. Ну, сука, низ была тогда тихо, да? Только вы где-то нахуй. Пиздец. Значит, там такие четыре нарывали. Как там домашние нарывали? Твою мать! Ебать, быстрей! Держи туда, туда держи! Так, не подходи! Жень! Два человека давай пусть оттягиваются по дороге! Раненый есть! Я помогаю, блядь, где там?
Гок за дерево. Волк, не рви! Пошел, 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 пошел! Волк, притормози! Кто это? Наша. Это здание. На предохранитель поставь. Пошли. Пошли, пошли. Что хочешь? Ты где это? Красное крайнее здание. Беру на зачистку. За мной! Лови, кошмар, блин! В одно место валить. Ниже, выше. Дальше. Ну, сможешь, дальше? Дальше, да. Сава, ходи.
По два работайте, блядь. По два, попарно, не по одному. Попарно. Стой, блядь, на три. Вот он зарядился, на три. Три, бэм, под мост. Сенебмэлла Украины! Да, блядь, звук пропал, нахуй, вообще, блядь. Давай еще раз! На все давай! Погоди, Сергей! Там, блядь, не маленький! Во время боя один из танков попал по вышке, в результате чего боец Сомали с позывным «Казах» получил ранение средней тяжести. Его нужно сюда тащить!
Антоха, приходи.